Всех приветствую, командиры. Конфедерация. Режим 3 на 3. Я с этого боя был просто в ужасе. Обратите внимание, что происходит с первых минут. С первых минут начался трэш. Противник не ставит стройдвор. Знаете, чем он занят? Он пишет. Он пишет в этот момент, когда нужно делать развертку, он пишет. Что делает? О, написал. Атакуем сразу, не даем развиваться. Представляете? Собираем кулак. Так точно, другой. Я потом смотрю, другой ставит казармы в тыл базы. Все, мужики, отвечаю, я чуть не выпал. Все, у меня прям уже сердце останавливалось. Ну все, думаю, слив. Куда я, что делать? Выбегаю на центр карты, на фул голде играю. Думаю, вот те на, противники вообще походу, ну слабенькие. Думаю, ладно, может как-нибудь затащим. Все, начинается вот это вот. Центр снабжения в тыл базы. Все в тыл базы. Тут вот все у них пусто. Я думаю, вот кино, а я тут один такой единоличник. Выставляю все наперед. Собираю контейнеры. Неплохо собираю, кстати. Вообще отлично. Даже у противника забрал. Противник вообще не торопится. Вот. Этот тоже успел урвать. Он, кстати, весь бой будет сидеть на первом штабе. Стройдвор отправил к морю. Ну, думаю, сейчас выйдет в море. Может, с моря соберет. Я не знаю, на гол-строительстве сидит. Ну, смотрю, у него штаб первый. Думаю, вот тена. Сейчас будет борьба у нас за большой контейнер. За большой контейнер. Все-таки я попытаюсь побороться. Вот. Можно было бы, конечно, не бороться, но я поборюсь. Может быть, попробуем отбить, да, и мои напарники возьмут этот большой контейнер, я на бусте снабжения посижу. Вот, вроде бы неплохо получается, отбиваемся. Другой мой напарник крепость сделал, я тоже сделал крепость, вот синенький. Синенький, кстати, поначалу маленько раканул, но потом... Сейчас, ладно, все увидите, не буду ничего говорить. Так, пытаемся забрать контейнеры. Большие здесь сопровец приехал. Вроде бы пытается забрать, но бежим, отнимаем. Гренов, вот он тут сделал крепость, вот едет и сейчас будет забирать. Я беру вот этот, а мой второй напарник берет вот это вот. Вот. Этот товарищ сидит на первом штабе, собирает свой кулак, какой-то там он собрался собирать кулак, и не дать противникам, в общем, развиваться там, я не знаю, убить, короче, он их хотел каким-то образом. Синий забрал еще... Получается, он взял 4 контейнера. Ну ладно, ему нужнее. Я выхожу в третий штаб. Этот напарник, по-моему, во второй идет. А? По-моему, во второй. Я тут в третий выскакиваю. ЦСки выставил. Этот сидит на 2 ЦСках. Этот напарник сидит на 3 ЦСках. Ну все, думаю. Сейчас будет весело. Принимаю решение дать команду. Собрать вот здесь вот кулак. И проатаковать вот это вот. А, вот команду дает товарищ на первом штабе. Давайте, говорит, атакуйте. Говорю вот напарнику, типа, разведай и выдвигайся вот сюда и атакуем. Вот, и говорит, атакуем сиреневый. Сиреневый вообще скилище имбище. Меня прям, если честно, подбешивало в бою поначалу. Вот. Говорю, атакуем, сейчас будем пытаться атаковать, так точно, все, пытаемся атаковать. Но, я думал, напарники слабы, противники слабы, а оказывается нет. Обратите внимание, здесь броники неплохо прокачаны. Ладно, здесь вот есть гранатометчики, тяжелый штурмовик, здесь есть пехотинцы, есть крепости. Ну, крепости сзади, это такое себе, и есть стрекозы. Если есть стрекозы, это беда. Это просто беда жуткая. Понимаю, что мы сейчас огребаем по полной, говорю, отступаем. Так, ставлю, значит, принимаю решение ставить завод специальных машин. Вот, говорю сиреневому, медленный в развитии. Он тут на первом штабе выходит в молотков. Так, денег нет, но вы держитесь. Все, меня прям закипело, отвечаю, прям жутко закипело. Ставлю оборонительное сооружение. Синенький, ничего, нормально, ха-ха, это точно. То есть понимает, о чем он говорит, только я один не понимаю. И вот здесь вот, видите, пошел атаковать сиреневый, огреб прям сразу же моментально. И вся вот эта свора идет на меня. Все, друзья, беда, проигрыш. Пустая база. Синий пошел атаковать красного, красный атакует меня. Меня никто не защищает, пытаюсь обороняться сам. Общее производство, приготовился у меня почти Зевс, 2 секунды осталось. Будем как-то отбиваться. Сдерживаю, я не знаю как, но я сдерживаю эту атаку. Готов серый.
Серого сейчас отправлю на сбор контейнеров по море. А вот синий идет атаковать, смотрите. Я в шоке просто. Меня здесь давит, а он идет атаковать. Сейчас попробуем как-нибудь отбиться. Серого сразу отправляю, потому что броники его сожрут моментально. Вот он у меня там слабенький. Здесь синий атакует, его встречает желтый. И я просто чуть не выпал. Ну все, думаю, точно слив. Синий тут ничего не сделает, меня сносят. Но я успел построить ракетную установку. У меня есть Зевс, и ракетка вообще четко отрабатывает. Блин, ракетка меня спасла, если честно. Смотрите, она как бьет. Она фулл 10 ранг. Я просто в ужасе. Ракетки, конфедераты, ставьте ракетки. Они просто божественные. Точнее, качайте ракетки. Ну и, соответственно, ставьте их. Серый отработал своей способностью. Неплохо отработал. Броники ретировались сразу же. И я принимаю решение Серого увести, по-моему, опять на море. Пойду собирать контейнеры. Коплю армию. Потом в будущем сейчас приму решение выйти в Зевсограда. Вот, товарищ тут делает циклонов. Также сидит на 3 CS. Этот товарищ сидит на 2 CS на первом штабе. В общем, все очень прекрасно. Здесь я понимаю, что проиграем в любом случае. Вот. Собираю здесь контейнеры потихонечку, ползаю. Делаю Зевсов, делаю этих тайфунов. Потому что были стрекозы. И, по-моему, сейчас буду делать гранатометчиков. Да, буду делать гранатометчиков. Вот, собираю контейнеры. Сейчас попытаюсь залететь в тел-базы. Вот. Говорю ему, да, апни, ты уже штаб, да? Что он сидит постоянно на первом штабе. Вот. Ну, сейчас начнется вообще движуха интересная. Сейчас будет что-то с чем-то. Пришли сносить моего любимого, дорогого, уважаемого напарника сиреневого. Ставлю еще ракетные установки для обороны. Все, его сносят. Вот здесь вот мой напарник опять пошел атаковать, огребает по полной. Я здесь, короче, тут, блин, я в шоке, если честно. Я не знаю, что происходит. Что? Что в такой ситуации делать? Скажите мне, давайте ставим видео на паузу. Пишите в комментариях, что в этой ситуации делать, когда у тебя два слабеньких напарника и против тебя просто 3 армии. Что делать, как отбиваться? Ну вот ракетки вообще четко помогают на самом деле. Вот здесь напарника уже приходит уничтожать. Но он 3 бункера влепил, вообще красавчик. 3 бункера, 2 ПУшки, оборону выстроил, в отличие вот от этого чуда. Вот, братан, не обижайся, чудо. Смотри каналы, YouTube каналы игроков, учись играть, учись. Прокачка слабенькая, ну хотя бы, я не знаю, пехоту делай там, выставь 3 CS-ки хотя бы минимум, 2-й штаб, и делай гранатометчиков с пехотой, постоянно спамь. Вот здесь пытаюсь как-то отбиться, казармы ставлю, да, чтобы противник на них отвлекался. Вот тут напарник пришел мне помогать. Ой, беда бедовая, этот еще живой. Так, здесь что у меня? Серый пытался в тыл базы залететь, штаб, здание какое-то уронить, ничего не получилось. По-моему, одно здание уронил. Вот здесь, смотрите, снайпера отрабатывают вообще четко, но вот напарник их ждет, вообще нормальный пожог. И вот тут пролетают стрекозы. Ну все, думаю, ГГ. Ставлю в последний момент, тут вот ставлю эту стационарную ПВО. И смотрите, что делает противник. Ошибка противника. Он ПВО не бьет. Он бьет, значит, базу моего напарника слабого. Он и так слабый, его не надо трогать. Меня бей, меня, я сильный, меня бейте, стрекозы, вот бейте ПВО, бейте ракетки, чтобы наземка приехала, уничтожила меня. Но нет, только вот сейчас они на меня тут что-то вроде переключились, нет, уже отключились. Включается в работу ПВО, и она очень быстро уничтожает стрекоз. Голд, красная оборона, у меня красный воздух горит. Все, плюс под ракетки тут эти попадают, плюс пехота напарника успела подойти, и атака противника захлебывается. Смотрите, пехота впитывает урон броников, ракетки отрабатывают, плюс у меня еще серый подошел. Вот, плюс у меня Зевсы, плюс вот град я еще делаю. В принципе, неплохо получается, справляемся. Так, напарник вот здесь вот. ЦС-ки. А, достроил ЦС-очку одну, смотрите, достроил, красавчик. Строй двор вперед вытянул, все вообще четко. Этот еще живой, он не умер. Ставит себе опять штаб.
Так, вот сейчас смотрите, что будет происходить дальше. Я просто был в шоке. Я не верил. Я в это не верил. Я сейчас выдвигаюсь на центр. А вот здесь напарника пришли атаковать. Вот. Я вижу, что он вроде бы как справляется. Все равно ему серого отправил на помощь. Сам попробую сейчас взять большой контейнер. Вот, чтобы у меня был приток ресурсов, заказать армию. И вот тут напарник начинает уже давить пехоты бронников. Я вот здесь вот Зевсоградом начинаю с холма отрабатывать. А сейчас у меня серого уничтожат. Живи, живи, родной. Живет, живет, жив. Есть у меня, значит, пехота. Есть у меня грады, есть Зевсы. Сейчас будем пытаться как-то вот здесь вот отбиться по центру. Грады, кстати, неплохо накидывают. Обратите внимание, как стреляют грады. Вообще четко. Они прям размазывают все подряд, прям бьют по площади неплохо, плюс Зевсы, плюс вот герой еще отрабатывает. Все, армия противника здесь просто растаяла. Напарник тоже берет большой контейнер, и получается мы играем 2 в 3. Поначалу я играл 1 в 3, теперь играем 2 в 3. Вот напарник подключился. Вот, пишет, значит, сиреневый, братишка, я с вами, меня прям закипело, отвечаю, я чуть не выпал. Все, у меня прям такая злость была, вот. И пытаемся уже, представляете, уже пытаемся давить. С ним вдвоем пытаемся давить. Он пехоты, я здесь Зевсоградом. Но вижу, что армии очень много. Принимаю решение все-таки отступить пока на холм. Может быть, противник полезет в эту кишку. Я его здесь утрамбую. Давайте посмотрим. Да, противник вот здесь пытается лезть в кишку. Начинаем его потихоньку трамбовать. Вот, грады, смотрите, как грады накинули. Вообще жестко. Пол хп сразу снесло. Сколько там? 3 града у меня? 3-4 града. Представляете, да? Какой эффект дают грады. Вот. И начинаю уже вот здесь вот Зевсами, пехотой, градами. Вот. Плюс у меня тайфунчики по авиации отрабатывают. И начинаем давить. Зевсы с градами помогли. Зевс у меня, по-моему, 10 ранг. Град тоже 10 ранга. И то есть юниты все слабенькие против нас. Противники все-таки помощнее. Вот. И представляете, начинаем давить, я просто был в шоке, я думал, сейчас вот нам дадут отпор, тут уже 4-й уровень штаба, вот, там уже ягуары должны были быть, но были до сих пор почему-то бронники, все-таки противники думали, что нас пробьют, стоит так, кстати, зеленый сделал аллигаторов, я вот тут серым когда летал, он делал аллигаторов, вот, минус зеленого, он еще аллигаторов, тратился на аллигаторов, вот, я тут Зевсоградом начинаю разматывать. И вот тут вот мы начинаем их сносить. Я, честно, чуть не выпал. Пишу тут сиреневому, уже на радостях, уже успокоился, имба ты тута. Вот, но с сиреневого я, конечно, был в шоке. И вот синий тоже маленько поначалу, но потом дал все-таки жару. И начинаем, конечно же, сносить противника. Вот такой вот, друзья, получился бой в режиме 3 на 3 на конфедерации. Повторюсь, это конфедерация, у меня 13 ранг, вот, я там прокачал только здание, конвейер, по-моему, и центр снабжения, там важные апы, этот стройдвор, электростанция, вот, в принципе, больше у меня особо ничего не качает, ну, пехотинцы чуть-чуть. Вот такой вот, друзья, получился бой. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до новых встреч.